Челябинский педагогический университет не хочет становиться частью опорного вуза. Об этом заявляет руководство учебного заведения. В университете опасаются, что в случае присоединения ЧГПУ потеряет научную базу и преподавательский коллектив. Это означает закрытие педагогического университета. И в Челябинске останется один только университет – Челябинский государственный университет. А педагогический теряет полностью свое имя, теряет свои наработанные все заслуги. То есть просто закрывается педагогический университет. Напомню, в Челябинской области планируют создать так называемый опорный вуз. Фактически он образуется, когда два университета сливаются в один по обоюдному согласию и разрабатывают общую программу развития. При этом для студентов будет больше бюджетных мест и увеличится финансирование учебного заведения. В федеральном конкурсе как вуз-заявитель выступил ЧелГУ, а педагогическому было предложено стать вузом-соисполнителем. То есть он должен присоединиться к классическому университету. Педагогическая направленность ЧГПУ при этом становится непрофильной, утверждают в вузе. Ученый совет с этим не согласен и, в свою очередь, предлагает коллегам из ЧелГУ форму равного партнерства. В региональном министерстве образования констатируют, диалога не получилось. Но позиция Минобра по проекту опорного вуза остается прежней. Будущее за крупными вузами, и я думаю, что не в этот раз, так, может быть, несколько месяцев спустя мы, наверное, к этой теме сможем вернуться. Еще раз все-таки хочу сказать, что жаль, что в настоящий момент возобладали корпоративные интересы отдельных вузов. На мой взгляд, все-таки здесь возможны были компромиссы,